Видим состав команды хозяин. Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Видим состав команды хозяин. Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Видим состав команды хозяин. Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Видим состав команды хозяин. Команда явно настроена атаковать. Безусловно, эта расстановка предполагает игру на чужой половине поля. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. И наш матч начинается. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Подача, чей мяч будет? И выносится мяч из штрафной. Похоже, эта атака закончена, мяч они потеряли, классно в перехвате сыграно. Патрик Эбер. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Мяч в аут ушел.